Всем большой привет! Хочу показать вам нашу весну. Каким образом она у нас выглядит. 4 апреля 2017 года. На улице минус 2, светит солнышко. Но буквально еще несколько дней назад у нас были жуткие бураны. 30 марта. Очень были сильные, конечно, бураны у нас. И вот так вот. Ну, хотя я не скажу, что это все надуло, конечно, в те бураны. Потихонечку в марте начинал снег таять. Начали уже лужи стоять. И тут бац, и буран. Это наш задний двор. Сейчас покажу, сколько у нас снега. На огороде, где мы садим картофель. Это наши курочки вышли на прогулку. Вот это наш летник задутый. Там собачка моя бегает. Вот видите, только крышу одну видно. Там мы летом держим наше хозяйство. И вот, где торчат подсолнухи, это огород картофельный. Ой. Вон там вот живет моя тетя. И может, да, плохо видно. Вот это ее сарайная крыша, и она полностью задута. Вот такие вот у нас снега весной. В этом году, конечно, весна у нас вообще выдала. Мы не ожидали. В прошлом году и зима, в принципе, была теплая, и весна была ранее. Это наша улица. Еще там сугробы стоят, вроде бы расчищали недавно после буранов. Ну вот, пока все вот так вот выглядит на данный момент. Ну, надеемся, что скоро все это растает. Конечно, когда будет таять, будут ужасно сильные ручьи бежать. Потом я вам это все покажу. Так вот наша улица выглядит. Там на дальнем поселке, со стороны города Щучинска, уже у людей дороги почти чистые, асфальт виден. А у нас еще вот так вот. А вот так выглядит мой огород. Весь в снегу. Это моя теплица. Что внутри происходит в теплице, я не буду показывать, потому что там бардак. Но в теплице сейчас тепло, конечно, пока солнышко светит. Солнце зайдет. И что, какая на улице температура, такая будет в теплице. Поэтому я еще не рискую туда ничего, в нее ничего заносить, никакую рассаду. Вот. Потому что заморозки постоянно еще стоят. Да и по прогнозу погоды посмотрели мы. Еще стоят минусы ночью. Так что вот такая вот у нас в этом году весна. В том году весна была очень теплая, да и зима была теплая. Но зато лето было дождливое. Может, в этом году лето будет теплое. Будем надеяться.